Всем привет! У меня сегодня на ужин суп из кабачка. Ну что, начинаем готовить? Мне понадобится кабачок, морковь, 2 яйца, головка лука, чечевица красная и очень много зелени. В кастрюлю с толстым дном наливаем немного растительного масла и обжариваем порезанный полукольцами лук. Добавляем также порезанную соломкой морковь, можно натереть на терке, кто как любит, и порезанный кубиком кабачок. Все немного тушим. Добавляем воды и доводим до кипения. Когда наш суп закипит, добавляем туда соль, специи. У меня хмели-сунели, соль гималайская и сладкая паприка. А также добавляем чечевицу. За 5 минут до готовности добавляем зелень, даем супу немного отдохнуть и разливаем в порционные тарелки. Сверху украшаем порезанным отварным яйцом. И наш прекрасный ужин готов. Питайтесь правильно, худейте с удовольствием, подписывайтесь на мой канал. Буду рада.